Выставка одной работы. Мрамор. Скульптура. Газган. Мрамор подставки. Уфалей. Вот это серо-синий мрамор, это уфалей. Работа называется «Остров Лесбос». Когда в 95-м я летал на Кипр, на кипрском самолете, он на Турции не пролетал, хотя так короче, а летел над Эгейским морем. И внизу голубое море, голубое небо и вот такие острова. Вот среди них один из этих островов был остров Лесбос. Депутату Милонову посвящается. Как это прекрасно, переплетение женских тел. Издревле это было и всегда будет. Никакой Милонов этому не повредит. То, что прекрасно, то прекрасно.